самый дефект, и сегодня у меня это учение пройти без смерти. Поэтому... Кто я? Ох, повезло. Ну и теперь предмет. Блин, я хочу стать портфелем. Как? Кстати, кто слышит, там свернут. Ой, не свернут, а... Траву стригут на улице. Ну, если бы я сменил. Нет, сюда вами не звуки. Попробуем вот так. Круто, не заметил. Ты не заметишь? Я надеюсь, я смогу. Хотя как без пады. Все равно. Рад, все равно. Ладно, меня нашли. Уже без палевы. Кстати, вы не заметили, я на самом последней карте школы. Спрятаться. За портфель. Ну, как повреждено быть плохо. Видно все. Нет! Этот охотник выходит? Жить пойдет не ко мне. Все, я тихий. Еще ждать целую минуту. Да, вот, молодец, то, что подлога. Эй, уйди от меня. Минута! Я должен. Я просто не знал, что записать. Вот, решил Хайден Вайн записать. Я не тренировался, скажу честно. Настали эти мучительные времена, когда школа появилась. Кстати, я рекордер себе поменял. Надо выдержать 30 секунд. Кстати, вот моя цель такая. Запустить видео, где я видео снимаю в школе. И для этого мне нужна кнопка Ютуба. Так что я скоро буду делать видео под названием... Нет, 10 секунд! А чё буду лагало так? Было стоять на месте. Чё такое? Вы мне объясните, что происходит. А? В общем, короче, непонятно, что было. Я каким-то чудом убежал, мне на этой начал штуки прыгать. Потом у меня вылетел просто хайденлайн. Вот смотрите, если под этим видео наберется новый подписчик, сейчас подписка. Блин, что у меня с хайденлайном вообще? Даже не грузит. Капец. А, я так и не рассказывал. Видео будет называется призыв катания. Он же смотрит эти видео. Вот интересно, будет он реагировать вот на это мое видео. С вами был Дуферк, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.